Всем огромный привет! Сегодня я хотела поделиться с вами рецептом хлеба, чесночного хлеба с приправами. Он очень вкусный, нежный, и его очень легко приготовить, так что советую, попробуйте. Я уверена, что он вам понравится. Вот такое тесто получилось. Я сейчас его перекладу в чашку, смазанную маслом, и оставлю, чтобы оно подходило. Так, ребят, смотрите, тесто у меня подошло, почти полная чашка. Я сейчас быстренько все это раскатаю, дело все сделаю и поставлю его в форму подниматься. Сейчас я вам покажу, как я это все делаю. Ну, девчонки, здесь я начинаю раскатывать тесто, делаю большой пласт. У меня он получился, наверное, пол сантиметра. Также предварительно я смешала сливочное масло со специями, то есть с зеленью, и добавила зубчика 2 чеснока. Ну, это все по вкусу, как вам нравится. Рецепт я напишу вам в описании под видео, так что пробуйте. Смотрите, ребят, вот так я раскатала, намазала, теперь буду разрезать на такие кусочки, на глаз, не обязательно там все ровно делать, такие кусочки, как бы квадратики такие делаем. Таким образом их складываю друг на дружку. И вот так все ложим в форму. Ну, здесь я начинаю уже вот кусочек за кусочком собирать. Обязательно ложите смазанную поверхность на несмазанную, чтобы как бы оно потом расслаивалось из-за масла, да? Получается вот так вот, но сейчас хорошо поднимется, и потом можно выпекать, и оно прям будет отслаиваться друг от дружки. Так, хлеб у нас уже вот так подошел. Все, отправляю это в духовку, в разогретую на 180 градусов. Еще хотела вам сказать, что обязательно смажьте форму тщательно, или же дно присыпьте мукой хорошенечко. Я свою как-то, по-моему, не очень хорошо смазала, и мне пришлось, знаете, ножом так немножко, ну, выковыривать. Так, вот у нас что получилось. Я ему дам немножко остыть и потом вытащу. Красивый и вкусный. А, снизу. Так, ребят, ну вот, вот такой хлебушек у нас получился. Майк уже тут испробовал. На, Майк, ешь. Смотрите, он вот так вот разваливается весь, прям пластинами. Еще, конечно, горячий сильно. Его вот так отрываешь, и можно кушать. Очень советую, очень вкусный. Майк вообще его обожает. Можно еще добавить сыр туда. Или сверху сыром посыпать, но я этого не делала.